трэш дала мне профессию, потому что я никогда не думала в жизни, что я буду экономистом до тех пор, пока не пришла в РЭШ. Когда я пришла в РЭШ, я поняла, вот, оно это мое. И в результате все, что я имею, всего, чего добилась, во многом родилось в РЭШ. РЭШ для тех, кто не боится работы, для тех, кто понимает, что образование самое главное – это качество. Более высокое качество образования, чем дает РЭШ, в России в настоящий момент найти нельзя. Давно принял решение, что я буду поддерживать самые передовые образовательные проекты, которые отличаются чем-то от других, создают совершенно уникальные возможности, прежде всего, достижения в виде образования, науки. Вот РЭШ сегодня такое является. У меня нет вопроса, почему мне нужно помогать родителям, или почему мне там хочется возвращаться в дом моих родителей, да, ну, это просто потому, что меня заряжает энергией, просто потому, что так надо. Вот у меня к РЭШ примерно схожие чувства, там, для меня каждая сопричастность, каждое какое-то событие сопричастности РЭШ, это то, что заряжает меня энергией. Мне здесь хорошо, мне здесь спокойно, и мне здесь очень радостно. Именно поэтому я, как бы, продолжаю участвовать в этой жизни. Вложение в себя и в знания, они должны окупаться. Естественно, окупаемость бывает разная, но в любом случае она должна вести к росту. К росту профессиональному, к росту личности. Мы небольшую толику этого роста выразили в том, чтобы тренировать людей как простой мотивационный механизм. Ты вкладываешь в себя, ты получаешь отдачу. Мы должны понимать, что наше будущее, будущее наших детей, зависит от качества жизни в стране. И школа, являясь лидером экономического образования, может привнести свою лепту, свой вклад в лучшее качество жизни. И если мы заботимся о своих детях, о своих потомках, мы должны делать все, чтобы уровень образования в стране становился выше и помогать лидерам в этой области, помогать ведущим университетам и в том числе Российской экономической школе. Качество образования в школе очень высокое. И поэтому очень важно, чтобы это образование не ориентировалось по таким временным, разным, так сказать, политическим или экономическим направлениям. Важно, чтобы ядро образования всегда оставалось неизменным. И такую независимость, конечно, обеспечивает школе помощь спонсоров. Если мы тратим деньги на образование в Российской экономической школе, это дает и стране, и миру очень большой результат. Эффективность этих пожертвований, она очень и очень высокая.